о якуты, чьи мысли закрыты совсем, отчаянно ли повлияют на ваш оскуделый удел, обложенный горем кругом образованных наций борьба? Огромных империй спор, неужто бедная благодать Саха низвергнута будет в прах? Народ мой потерянный, как дитя, неужто со света исчезнет он, развеясь, как прах? Я внучка Эксклява Алексея. Отец мой Риас Алексеевич Кулаковский, он единственный сын, единственный ребенок от Алексея Кулаковского, который остался в живых. Все остальные умерли очень в раннем возрасте. Они даже не успели обзавестись семьей. Вот. И нас 8 человек было. Угу. Я 7-й ребенок. Да, так получилось, что я вышла замуж за инженера строительного Бошка Велисавлевич, один из известных инженеров Сербии. Строил здесь, был директором строительства гостиницы «Полярная звезда». Познакомились, вышла замуж. И живу я в Сербии. Счастлива. Да, надеюсь, счастлива живу. Когда я впервые попала в Сербию, люди не знали Якутию. Ну, знают, конечно, холодно. И все. Даже про алмазы особенно-то не знают. Ну, холодно. Знаем, что холодно, говорят. Но есть такие, которые знают, естественно. Но поголовное большинство не знает. Я всегда думала, почему... Я очень хочу показать Сербии наше национальное украшение, красоту, наши песни, наши танцы, культуру. Я очень хотела показать наши одеяния, эти костюмы. И так вот случилось, что в прошлом году задумали не я одна. Ну, я сказала, давайте проведем в Сербии. А мы, это и Александр Кириллович Павлов, это и Эленора Лыглаева, которая живет в Ирландии. И многим, Клавдии Михайловны Бурнашовой, которая вдова Роберта Бурнашова, она живет в Москве. И вообще-то исыхи проводились в других государствах давно, уже давно. Лет 20-30, возможно, но локально. Локально Сербия оказалась очень удобной страной, как для россиян, так и для европейцев. Вот это вот наш клич был встречен очень хорошо. Приехали наши земляки из 11 государств Европы. Вот. И отсюда два ансамбля. Потом коллектив «Агохай». Очень большая работа была проведена. Мы составляли план работы членов правительства нашей республики Сербии, чтобы они обменялись, какие-то были инвестиционные заинтересованность друг в друге, культурные обмены. В общем, много. Большая работа была проведена. И после, когда уже закончился ИСЭХ, мы все поняли, что сделали что-то большое. И самое главное, мне очень понравилось, что основную нагрузку взяли на себя сербы. Угу. Да. Все гостиницы, они снизили нам цены. Рестораны по минимальной. Правительство Сербии обеспечило на 10 дней автобусом. Везде была встреча была и в мэрии Белграда, и в правительстве. Возили в другие города, там наши пели «Асохой». Ну, в общем, потом нас уже. Много понаехало. Да, и, кстати, и тогда еще очень хорошо, благодаря Акимову Александру, масс-рестлинг европейский.
как раз вот в день эсэха провели. И вот получилось, что человек 150. 150, да? Да, 150. Со всех властей? Да, да. Кто там из знаменитых-то был? Был, Сарен был. К сожалению, и артистов не было. И наш проект, он, силами, да? Да, наш проект, он не был поддержан, не то, что не поддержан, я неправильно говорю, он как-то изначально как общественное движение. Люди, ага. Люди сами вот изъявили желание, сами платили свои проезды. Конечно, Министерство внешних связей нам помогло, конечно, сувенирами. Они оплатили проезд организатору, соорганизатору Василине. Василине, и с, кому еще? И девочки из Москвы учатся, студентка Гнесинки, ей оплатили. В общем, вот так, с миру по нитке. Мои одноклассники собрали деньги, друзья моего сына собрали деньги, мои родственники. И вот получилось то, что получилось. Народное, да, народное. И поддержанное народом, да. На моральном плане. И материально. Да. Да. И очень помогли русский дом в Сербии. 85 лет этому русскому дому. И очень волнительно было, когда директор русского дома Надежда Викторовна Кущенкова, она сказала, за 85 лет существования русского дома вы, говорит, Якутия, первая республика, которая пришла с предложением провести свой национальный праздник. А посольство Сербии, посольство России в Сербии, атташе наше по культуре, она говорит, ребята, вы, говорит, вы не только делаете положительный имидж Якутии, но и России вы. Вы и на Россию работаете в целом. И это нас, конечно, окрыляло. И куда мы сюда ни пришли, все поддерживали, ну, морально. Mm-hmm. Это очень хорошо. НВК просто благодарна я Ивану Андросову. Он тогда был генеральным директором. Он просто в любое время... Я же приезжала на неделю. Эфир, пожалуйста. Журналистов, пожалуйста. И приезжали Максим Березин и Александр Иванов. Снимали, отсняли все. И, кстати, когда я встречала... Мы встречали наших основную группу участников ансамблей. Выходит ко мне навстречу Кустурица. Знаменитый, да, знаменитый, всемирно известный режиссер, кинорежиссер. Я говорю, ой, я Лариса. И он остановился. Ну, я говорю, у нас такой-то праздник будет. Придете? Он говорит, когда? Я говорю, в субботу. Он так подумал, говорит, в субботу вот точно не смогу. И он говорит, ну, пожелание сказал, я очень желаю вам провести на хорошем уровне, чтобы вам ничто не мешало. И тоже вот даже начиная с этого, как-то все откуда-то вот с неба все помогало. И все же мне кажется, что есть у нее с ее великим дедом Алексеем Кулаковским незримая ментальная связь, которая заставляет неуемную, неспокойную натуру внучки действовать, чтобы богатейшая культура ее родного народа стала бы достоянием просвещенного человечества. Наши многие ездят на фестивали, на конкурсы. И они выступают равные среди равных. И как-то нивелируется. Вот все талантливые, есть граница, там зрители, выступающие, они не могут быть вместе. А эсэх, он как-то всех объединяет. И сербов, и русских, и якуты. Все вместе, все участники. И это, кажется, здорово. И после вот нашего эсэха в Сербии, но в частности в Сербии, они стали говорить сербию, что якуты, говорят, вы, оказывается, очень хорошо сохранили духовность свою. Это мы в Европе растеряли, говорят. Мы уже забыли, что такое, например, что означает украшение. А вы, говорят, оказывается, это помните. И они говорят, спасибо вам, что вы напомнили нам то, что мы имели раньше. И мне кажется, вот это вот... Это дорогого стоит. Да, дорогого стоит. И ради такого вот признания...
надо еще дальше, дальше идти. В этом году провели в Калининграде, хотя это не Европа. Но почему мы пошли? Потому что в прошлом году как-то мы боялись, что никто не поддержит. Угу. Это честно. И поэтому встретили здесь парня, Акаюма Володя, который работает там в Калининграде, и предложили: давайте, ребята, их там 500 человек из якутян. И теперь так и будет, да, вот этот европейский город. Да, да. Европы. Теперь в 2019 году будет в Риге. В Риге, да. В 2020 году стоит или Турция, или девочки наши, якутяночки, Венгрия и Словения хотят вместе на границе Венгрии и Словении. Хорошо. После ИСЭХа увидели национально наши костюмы и пригласили наших женщин принять участие в этнофестивале, международном этнофестивале в Белграде. И наши женщины приехали. Выступали вместе с Зайцевым на одном подиуме. А женщина это кто? Это наши народные мастерицы из села Тюнгюлю. Да, и одна из Айхала. Нет, из Айхала одна. И в Якутске живет одна. Все народные мастера. Вернее, я имею в виду, которые в Якутске и которые в Айхале. А наши тюнгюлинские, они... еще не народные мастера, но они всех сразили. Потом была у них фотосессия у самого известного фотографа Белграда. И в этом году 2 месяца, около 2 месяцев, баннеры, фотографии огромные, были выставка фотографий на берегу Дуная. И по телевизору это показывали, рассказывали, несколько раз повторяли. Ну, снимали, повторяли. В общем, это было просто... Я думаю, что это вот итог ИСЭХа. Ага. Теперь второй итог. Второе. Ко мне приехали сербы домой, там, в Сербии, которые были на ИСЭХе. Они узнали, в общем, приехали, и они сами предложили: давайте сделаем совместное какое-то мероприятие. Они хотели привести такой же праздник, мы хотим у вас в Якутии. Угу. Сначала. Ладно, хорошо, подумаем. И я рассказываю, муж сказал, что я внучка Кулаковского, и моего деда Петр Слепцов, академик наш, он сказал, что якутский Вук Карадзич. А Вук Карадзич, ну, соответственно, он реформатор сербского языка, фольклорист, в общем, самый-самый почитаемый человек сербов. И тогда созрело, давайте сделаем, объединим 2 реформатора обоих, 2 выдающихся сыновей народов наших, и сделаем 1 мероприятие. Сказано, сделано. Угу. Сходили мы с этой сербской, моей теперь уже подругой, сходили в Союз писателей Сербии, они на ура поддержали. Сходили в дом Вука Карадзича, который руководит академик, считается доктор, но очень-очень известный матецкий. Он поддержал, русский дом поддержал. Уже в марте месяце нам выделяют русский дом для выставки и для всех мероприятий, дает свое помещение полностью. И вот и еще одна задача, почему я приехала, цель моей, да, моего приезда организовать здесь сегодняшнего, да, скажем. Да, ага. Организовать наших и писателей, и вас, телевизионщиков, и, ну, всех желающих. Хотелось бы еще и Статинского улуса, родина Эксюкуляха, коллективы поехали. И вполне возможно, что почему нет, с местом, где родился Вук Карадзич, они могут побратимы быть. Ну, в общем, да, очень заинтересовалась, конечно, и они уже сами уже начали работать. Эти 2 великих человека жили на разных планетах, но были равновелики друг другу. Серб Вук Карадзич и якут Алексей Кулаковский. Вук Карадзич
ученый-лингвист. Он реформировал сербский язык и стандартизировал сербскую кириллицу. В основу сербского правописания он положил фонетический принцип. Как слышится, так и пишется. Знакомство с Караджичем ценили знаменитые ученые и деятели культуры разных стран. Алексей Кулаковский, наш великий поэт, реформатор, просветитель, гуманист, поэт-пророк, он предвидел основные события 20-21 века, например, все войны 20 века, небывалое мощное развитие Соединенных Штатов Америки, Японии, Китая, превращение классовой борьбы в революционную, угрозу исчезновения малочисленных народов. И многое-многое другое. Уже в 21 веке эти равнозначные друг другу планеты начали сближаться. Клуб Караджича, Задужбина называется. Угу. Задужбина издает каждый год вот такой толщины книгу. Книгу, и этот Матецкий, господин Матецкий, он говорит, очень быстренько переведите Кулаковского, чтобы мы могли напечатать его стихотворение, произведение в нашей книге. Эту книгу получают по всему миру сербы. Она очень популярная книга. И он еще сказал, я выучу стихотворение Кулаковского на сербском, и я прочту. На русском есть переводы Солоухина, Кочеткова, да, Дементьева. Да, есть. Это еще 70-х годах переведенный. Угу, да, и на этом вот остановилось. И еще в планах, знаете что, вот наше кино сейчас mm-hmm. уже смело шагает по миру. Лет 17-18 лет назад, когда я еще здесь работала, нас собирали в этом нашем киносеть Долла собирал mm-hmm. нас. И тогда сидели, Ержаков там был. И помню, я им сказала, ребята, давайте смелее, идите до Голливуда, mm-hmm. толкайтесь во все конкурсы, потому что там уже западное кино потеряло идейную какую-то свою, что-то свое потеряло, стали просто штамповать. Штамповать. И я сама испугалась этой мысли, сказала, ой, какая глупость, что я, какую глупость я сморозила. И мне было страшно, стыдно. И теперь, видите, вот просто смелость города берет, да? Как смело пошли, так и... А сейчас я бы очень хочу, вот относительно Виталия, я хочу, чтобы наши якутские песни, мы шагнули со своими песнями уже по миру. Потому что я точно знаю, наши голоса, вот и Сарна, и Бурнашова, они просто неповторимы. Вот думаю, они бы были так же популярны, как Демис Русос, например. Угу. Это просто надо нам смело идти в мир. Художников я приглашаю постоянно. Угу. Хорошие связи. Да. Мы в рамках ЭСЭХа проводили... это вот девочки наши молодые. Кочующие свитки Сибири. Да, есть такой, да, проект. Есть такой, да, такой проект они придумали, и они любезно согласились, чтобы предоставили нам Сербии. Это было. Но я очень хочу еще, чтобы Аню Осипову, Федорова, Маркова. Ну, в общем, многих хочу показать. И мне кажется, из Сербии очень легко выйти куда-то, потому что Сербия без визовой, еще раз говорю, и очень хорошо относится к русским, к россиянам. Я говорю к русским, потому что меня говорят русские. Понятно, мы все для них. Очень хорошо относятся. Я говорю, я даже там говорю, посидите, есть дом, где они могли бы сидеть, работать и там же выставляться. Почему как вы нет? Интересно живете, Лариса. Еще очень хочется наших и оперных, и этих. Мы были в прошлом году тоже дошли до директора театра национального. Поговорили, он говорит по-русски, очень красивый молодой человек. И он говорит, я бы хотел, мог бы меняться этим солистами mm-hmm. оперными, дирижерами, солистами. Но как-то вот этот проект мы не довели до конца. Театр танца у нас великолепный. Да, театр танца был бы просто великолепен. Олонхо театр. Да.
Просто надо желание, наверное. И сейчас все говорят, денег нет, денег нет, денег нет. Но я, знаете что, я всегда говорю, если бы я была так талантлива, я бы пешком пошла, лишь бы меня услышали. Вот уже 20 лет живет в Болгарии Карен Алексанян, подданный иностранного государства Армения. А вот почитает его в Болгарии как национального героя. Он основатель уникального и единственного в мире музея кириллицы, азбуки самой мученической исторической судьбой. Музей находится в первой древней столице Болгарии, Плиске, основанной в 7 веке. Правда, величие свое она давно утратила, превратившись в тихий, скромный, почти провинциальный городок. А вот последние годы, благодаря достойному жителю планеты Земля, армянину Карену Алексаняну, Плиска превращается в престижный туристический центр. Его музей называется «Двор кириллицы». А в этом дворе есть аллея выдающихся писателей планеты Земля, которые писали на кириллице. В конце марта на этой аллее будет установлен бюст нашего великого Кулаковского, работы скульптора Афанасия Романова, народного художника Республики Саха.